Всем привет, ребята! Сегодня мы будем играть в Doors. Салам, друзья! Я буду учить своего папу играть в Doors. Пошли! Погнали! Что надо делать? Сюда! Есть! Это что, типа лифт? Типа лифт. Какая-то девочка там хотела зайти. И что здесь надо делать? Я тебе скажу потом. Ну, хорошо. Подожди, мне надо сейчас надеть это, чтобы слушать. Что? 20:19. Время идет. Видишь? Да, вижу. Короче, когда моргает свет, тогда прячься в шкаф или под кровать. И еще там способы парочку есть. Я тебе потом покажу. Угу. Паша, тебя могут убить. Не надо сейчас что делать? Да. Что? Кстати, я на стол могу залезть. А здесь прыгать нельзя. Пошли. А смотри, если будет бежать такой челик с этим. С чем? Ну, с подсветкой, то у фонарь, то выходи из шкафа и сразу заходи, потому что он тебя пошел он парочку раз ходит. Челик со светом? С каким светом? С фонарем? Ну, с розовой, которая подсветка у него а будет. А я откуда знаю, никогда не играл. Ну, зеленый. Будет такое, он будет пробегать на 3 секунды. Когда он два раза пробежит... И что надо сделать? Залезть в шкаф и снова вылезти? А потом залезть. Два раза подряд? Да. И пока он не уйдет, не пройдет, тогда ты будешь так делать. А он обычно... Больше всего у меня раз 8 он был. Это получается 3, по 3 раза. И сколько тут идти надо? До сотой двери. А сейчас какая? 8. Если до 100 дойдем, значит выиграли? Нет, там еще босс будет. Который на 50 еще. А, ключи ищи! А где искать? В столе? Да. А зачем ты дверь открываешь? Чтобы открывать. Ты же хочешь эту игру пройти? Не я знаю. Еще кое-что там куплю. Подожди, куда ты убежал? Я убежал. Не торопись. Так ключи сейчас не надо искать. Когда будет замок, тогда и ищи. А так можешь монетки искать. Что это ты собираешь? Картины ставь. Ой, я в шкаф, походу, залез. Ставь картины. Вот эту возьми. Куда ставить? Вот эту возьми книгу. И где введена эта книга, туда ее и ставь. Ага. Ставим. А я пошел. Так, сейчас. Еще не могу кое-что купить. Короче, что ты в шкаф прячешься? Прячься! Спрятался, а что дальше? Сейчас, жди. Мне надо что делать? Нет. Все, пойдем. А что темно стало? Не знаю. А где ты? Я не знаю. В смысле ты не знаешь? Я ушел. Куда? На следующую дверь. Так а что ты меня не ждешь? Так прямо иди. Ой, меня что-то телепортирует. Я в 10-й двери. А ты в какой? Я в 13-й. Так ты не туда пошел. Так я не знаю, куда идти. Прямо. Так тут темно. Да, я тебе посвечу, где ты? Вот, так посвети. Загорелось у тебя 12. Вот, иди сюда. Ура. Загорелось. А что ты меня не ждал? Ну, я здесь. Что это там? Я спрятался. Дальше куда? Не смотри! Не смотри на глаза. Я не смотрю, я в шкаф ушел. Мне надо со шкафа выстрелить. Нет, не надо смотреть. Выходить мне со шкафа или нет? Да, выходи, тебя сейчас нанесут вон.
Иди быстрее. Ты ускоряешься, кстати. Когда далеко чел. Когда что? Когда я далеко, ты будешь ускоряться. А если я уйду на 5 дней больше, то тебя телепортнет. Ошибка. Ты до каких дверей доходил? Если я 5 дверей, то если ты будешь, например, на 15, а я буду на 20, тебя телепортнет ошибка, если несет хп. Нет, ты на какой двери был максимум? На сотой. На сотой? Да. То есть ты уже проходил это все? Нет. А как? Я не знаю, просто заходил. Я не проходил. Там надо учиться, чтобы проходить. Я 50-ю дверь не мог столько лет пройти. А монетки зачем? Я куплю. Ну, чтоб тебе бабло давали и кое-что купить там можно, 50-ю дверь. Ты опять убежал? Да. Ты уже все прошерстил? Все, я уже ушел. Чего ты не во все двери заходишь? Да потому что я ключ нашел уже. Да. Вот, второй ключ. Открываешь? Сейчас. Да. Иди за мной. Иду. Ищи здесь еще. Так, ты туда, а я сюда. А чем ты светишь? Как мне светить? Ничем. Или ж фонарик какой-то был? У меня нет. У меня уже много. Давай, иди. Куда? За мной. Кстати, ваша уже не было двери 10. Это редкость. Чего не было, раз. Бежим в шкаф! В шкаф! Он бежит уже! Спрятался. И что теперь? Выбегай. Все? Да. Вылазит? Да, когда лицо побегает, тогда можешь лазить. А как я откуда могу знать, вылезло лицо или нет? Вылазь, а что мне трепает? Вылазь! Вылазь! Ну, поздравляю тебя. Ну, лицо, тебе хп снесли. Зачем? Потому что ты не вышел из шкафа. А что должен с ним выходить, если мне страшно? Я потерялся, куда мне идти? Куда? Туда, куда здесь свет. Так света нет нигде. Ну и что, как мне хп подлечить? Как? Никак. Что значит только, только если ты находишь бластеры. Бластеры? Да. Тогда я их поищу. Свет моргал, прячься. А как выходить со шкафа? Прячься! Просто нажимаешь на Е. Подожди, нажимаешь на В, Р и Shift. Сейчас Раш будет бежать, прячься. Я шо, я вылез со шкафа. Все, он пробежал или что? Да. Ладно, шучу, его даже не было. Так у меня что моргало? Это глаза. И что с ними делать? Что есть. А ты что думал? Дай мне пластырь. У меня нету. И что с этими глазами делать? Ой, сейчас будет босс небольшой. Короче, слушай только меня. Смотри, чтобы присесть, нажимай на... Подожди, на вот шиф. На вот эту кнопку. Я понял, на шиф. Нет, ого! На шиф. Меня что, носы, носы. Это носы русскую. Подожди, вот, садись. Вот когда вот эти вот дырочки, тогда беги, когда тогда садись. Так, сначала мы бежим прямо. Прямо бежим. И потом налево повернем. Потом мы бежим на тоже прямо. И что я с фонариком? Бегу. Я вообще тебя не вижу.
меня какая-то лапа затрепала. Почему она затрепала тебя? Ты был близок. Держись подальше от упавших люстр, они же горят. А ты что, прошел? Да. А я, получается, все выбыл, да? Да. Ну, что, буду ждать, пока ты закончишь. Ладно, я крашу умру. Не надо, не надо. Да иди играй до конца, не надо проиграть. Насколько получится. Без тебя скучно. Ничего, давай. Ты должен за меня выиграть. Бля, у тебя фонарики, какие-то еще там палки. О, витаминки две. Повезло, повезло. Ладно, смотри на меня. Да, смотри. Я ж могу себя смотреть. О, глаза. Я ну сейчас да. Себя могу смотреть. В принципе, логично. Ну да. Какая комната? 44-я. А я 35 прошел. Вот где этот скрич был. Когда всыкает, тогда... когда всыкает, тогда смотри по сторонам, потому что он тебе может укусить и снести больше человека. Давай, походи уже, Рошан. Или не Рошан. В Рошан или не Рошан. Рошан это в Доте, по-моему. Босс такой. В Доте. Это обман. Я играл в Доту, когда был молодой, там был босс Рошан. Сейчас будет фигура. Какая? Обычная. Слышишь эти звуки? Нет. А, ну. Так, что? Ну, это страшно. Да? Ты будешь за ней бежать? Что? Ты будешь за ней бежать? Нет, идти. Не... Когда будет звук такой сейчас? Есть где-то звук. А вот. Две книги сразу. Жесть. Угу. Что ты делаешь? Собираешь книги? Да. И что ты с ними надо делать? Что? Кот. Что с книгами надо делать? Ну, кот искать. Ну, надо листочек взять. Вон он идет, да? Да. Ты где эта книжка? Четвертая она нужна, да? А здесь что ли? Да, здесь. Всего их 8, блин. В глаза глаз. Сейчас, когда на второй этаж еще один раз идет, тогда надо будет... Хотя не, я на второй этаж пойду. Там тоже с книги, да, будет? Да. С этой стороны, слышишь? Получается, да. Нужно 8 номерочков, 8, да? 8 книг. Это фигурки, да, идут? Ну, чтоб у тебя совпадало с кодом. Треугольник, треугольник, чтоб... квадрат, ромб, круг, крестик. Ну, чтоб у тебя совпадало. На втором этаже буду лазить. Ты будешь собирать или нет? Ну, я смотрю. Шесть. Так, книг больше нет.
Книг больше на втором этаже нет. А где еще две? Не знаю, на левой стороне, где она ходит. Мне еще кот нужен. Где листочек уже? Мне нужен. Его там взять, за столом где-то. И потом из фигур сложить номер, который будет на листочке? Из каких фигур? А, да. Я угадал? Ну, там так как-то, ну да. Ну, будет зашифровано фигурами. Угу. Сейчас она уйдет на этот второй этаж, я пойду. Вот, она мне прям в лицо смотрела. Хорошо, что она слепая. Все, я пошел. Как вы душ идет? Что, заметила тебя, да? Нет. Так она же слепая. А. А как она узнает, где? Где жертва? По слуху. По звуку? По слуху, да. У меня же слух, знаешь, какой? Шаги? Блин. Понял, чтобы она меня не сожрала, а то будет печаль, как беда. Бабу вообще нашел. Только, пожалуйста, сюда, только попробуй пойти. А что ты ходишь туда-сюда? Я сейчас посмотрю. Так, 9, 5, 6. Сейчас, блин, могу умереть. Блин. Так, сейчас. Она тут рядом. Стоит, а ты сейчас прямо видишь, что я делаю? Я вижу, что она возле шкафа стоит. Если я промахнусь, то она меня убьет. Она уйдет или нет? Да. В смысле промахнешься? Но если я промахнусь именно в этих сердец, которые мне звонят. Ушла. Походу. Прямо всегда? Не знаю. Я буду считать Речь Посполитую. Так это все 6 должно быть циферок, да? А что она сюда ходит? Не знаю, идет вот. Чует тебя, стоит возле шкафа. Не, Юль, чего она сюда ходит? Или что, второй этаж не нужен? Ну, не знаю. Когда мне, значит, что-то нужно, она туда специально идет. Ну, чтобы тебе сложнее было играть, наверное. Стоит прямо возле шкафа, ты видишь? Если я сейчас выйду, то она меня сожрет. Еще тут, еще... Она меня кукает. Ушла? Да, ушла. На второй этаж, по-моему, ушла. Да, наконец-то. А ты разгадал код? Что? Код разгадал? Ну, мне не хватает. Двоих фигурок? Да. Иди, надо искать. Там. Сейчас я веду. Так, получается 9. 9. Сейчас она сюда придет. 9-5. Получается 9-5. Идет. 9-5-6. 9-5-6. Не, сюда она никогда не ходит. 9-5-6. Ну. 9-5-6. Сейчас. Сейчас она сюда придет. Она ушла? Да я ж не вижу. Да, ушла, по-моему, походу. Сейчас.
стоит. Он тебя ждет. А ты не если она меня здесь сожрет? Ничего. Что ничего? Ну, еще не закончишь эту игру. Ты медленно собираешься предметы. Это по-твоему медленно? По-моему, да. Я просто не хочу, чтобы она меня убила. Так, ладно. Раз, два, три. О, аллилуйя. Ты сделал это. Это листик светится. Ты по где фигура? А. А думает, ну где этот пих? Где этот чел? Ну, он пошла на второй этаж, видел? Так, а ты листочек забрал? Да, забрал. А? Я давно его забрал. Что, он бесконечно там лежит? Да. Здесь один бат. Да что он теперь туда ходит? Фигура, ты уже как-нибудь определись, куда ты будешь ходить. Фигура, давай, уходи. Так, 2, 5. 2, 5. Ура. Все, пошел. Это какая дверь была? А сейчас дверь открыта? Ну да. Уже закрылась. Не успеваю посмотреть, какая дверь. Ну та вот огромная. Не, номер какой? 51. Ты только половина? Да. Ой, 50. Это 52. Да, там кто это? Зверушка какая-то, скелет. Как крыса или кто это? Какая крыса? Sometimes I... Что? I ну, wonder... какой-то монстрик. Я тебе обещал, что я эту штучку куплю. Какой? Вот крест. А. Если будет этот аж, тогда я применю... О, свеча. Прикольно. Тогда я применю против него магические способности. Какие, крест? Да. Какая комната? Не знаю. Ну интересно же, я просто не успел рассмотреть. 60-я, да? 60-я. Раш. Я выжил. Выжил? Да. Этот Рошан, от этого Рошана. Просто он может здесь побегать. Так, сейчас. Здесь так запутано все, это жесть. Так, я лучше зажигалочку сделаю. Так. Мне получается сюда. Главное витаминку случайно не выпить. Куда? Витаминку главное не выпить случайно. Что она дает? Скорость. А ты что думал, что я так быстро бежал? Ведь я понятия не имел, что ты так быстро бежал. Я вообще не знаю, что в это время делать.
Что ты не знаешь? Я не знаю, что в этой игре вообще нужно делать. Я же тебе объяснял. Ну, проходить комнаты. Сколько всего комнат? 100. Ну, это лишь 100, еще есть дальше. Все, ты спрятался. А? Не знаю. Ладно, если что, я с крестом. Блин. Что? Я не понимаю. А где этот ключ? Я ж не знаю. Вот, что. У меня 7 предметов. У меня 7 предметов еще не было. Это вроде почти все предметы этой игры. Вот еще этот штука. Какая? Вот тот вот ключ. Все, раз? Да. Блин, комната затряслась жестко, да? Что? Комната затряслась так. Это нормально? Какая, 80-я? 70-я. А, 70. И что я с песком? Это глаза, ничего страшного. Все, здесь хорошо уже видно. До самого сотого уровня? Будет. Ну, когда я с сика этого пойду, тогда уже может быть. Ты еще все, да? Да, блин. А можешь этого как-нибудь определиться уже? Я, кстати, уже... А, не буду спорить, ладно. Скрыть. Что это за глаза? Что они делают? Ничего. Просто так? Можно сказать, да. Но они тебя предупреждают, что этот сид будет. Вот этот вот чел. А, это который меня затрепал? Да. Он два раза здесь. Он бегит за тобой. И глаза на тебя смотрят, да? Страшные. Ладно, я пью витаминку. Супер сыч! Заворачивание! Я ж не знал, что эти руки надо обходить. Я думал, это так, декорации. Все, Сика прошел? Да. Теперь кто? Ты ступенчику. Какая комната? 85-я. Амбуша! Кто? Амбуш! Фад! Ладно, я его убью! Я его пущу! Прощай! Залупил? Да! Все, я убью... Блин! Что такое? Меня укусил монстр дверной! Не, дальше уже не интересно. Чего? Сложно уже. Ну что, проходи. Как-то чем сложнее, тем интереснее. У меня
А, я думал, у меня зажигалка почти на дверь каким-то образом. У меня креста нету, я могу сдохнуть. Ну а зачем ты убил того? Ну чтоб не мучиться 3 часа. О, сад. Так, а 90 сейчас будет? Да. Кстати, здесь можно ножницы получить. Только читерским способом. Каким? Через стену полететь. А что ты не получил? Он так не пролетел. А как это? Ты не умеешь? А, все, меня сейчас убьет. Все, меня убьют. Все? Да. Да, вот так и закончилась наша эпопея. Прикольно. Если вы вот игрой так... двери. Так мы... Так ты, мы можем еще... А, ты вышел уже? Я, да, я уже вышел. Ладно, ребята. Всем пока. Удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока-пока.